Наша съемочная группа отправляется в Мартакерт за последние дни. Это второй визит. Там, по последним сведениям, идут интенсивные бои. И хотя до Мартакерта около 60 километров, отсюда слышатся звуки артиллерии в действии. Мы сейчас находимся в одном из зданий в Мартакерте. Здесь ситуация также напряженная. Около часа назад противник бомбардировал город из самолета. К сожалению, среди гражданского населения есть 3 жертвы. Как только ударили по Мартакерту из воздуха и артиллерия, вот в результате у нас жертвы. Как нам сообщили жители, в небе они увидели самолет или беспилотник. Город был бомбардирован. Вы можете увидеть последствия.